В этом году лучших специалистов по охране труда производственной и непроизводственной сферы определят из 45 человек. На участие в конкурсе подали заявки представители предприятий Тамбова, Инжавинского, Маршанского, Мичуринского районов и других субъектов области. Подобная практика существует уже более 5 лет. Наши участники показывали хорошие результаты, хороший уровень подготовки. Мы можем сказать, что в этой службе работают квалифицированные, грамотные специалисты, которые владеют и необходимыми приемами и методами безопасных условий труда. И они передают свой опыт уже непосредственно работникам предприятия. Конкурс состоит из 2 частей – теоретической и практической. Участникам предстоит пройти блиц-опросы, тестирование на знание вопросов по условиям и охране труда, а также продемонстрировать прикладные навыки. Победители наградят дипломами управления труда и занятости населения Тамбовской области и денежными сертификатами.